Кэмден полон жизни и музыки. Здесь есть биение, вибрация и энергия. Я сомневаюсь, найдется магазин пластинок в Кэмдене, где нет записи Эми. О боже, вон там Лиам Геллахер. Вернитесь, чтобы играть наш материал. Приятель, не делаю такого, понимаешь? Столько наследия здесь. Это место, где рождаются звезды. Это был тот день, когда нас впервые назвали Coldplay. Убрали ударную установку. И мы все играли на сцене «Я Кэмден», «Я Дуа». Это место радикального принятия. Видя это, начинаешь верить в себя. Здесь я по-настоящему как дома. Мы отмечали свободу женщин, геев, чернокожих, силу через музыку. Все это произошло тут, в Кэмдене. Для меня это было поворотным моментом в жизни. Старайся, и если ты сможешь коснуться этой магии, часть ее переместится в тебя.